8 сентября – единый день голосования. В этот день в Псковской области подойдут к завершению 13 избирательных кампаний, в том числе выборы депутата Псковской городской думы по округу 5, в которых я участвую. Следить за голосованием – это большой труд, а по ночам наблюдатели уходят и не могут контролировать состояние бюллетеней на избирательных участках. Возможность проголосовать заранее может выглядеть соблазнительной, но ведь и воскресенье – выходной день – было выбрано единым днем по той же самой причине – для удобства, чтобы все могли найти время проголосовать. Голосование проходит раз в 5 лет. Сэкономленные минуты выходного дня могут стоить вам лет жизни под властью тех, кто украл ваш голос. Не дайте своему голосу пропасть. Голосуйте в единый день 8 сентября.